Смотрите, как сладкая речка. Мое наблюдение здесь. Я стараюсь говорить везде по-фински. Сначала было сложно, потому что постоянно хотелось переключиться на английский и не выглядеть глупо, скажем так. Но потом я пришла к тому, что не знать другого языка и говорить на нем криво — это не глупо и это не стыдно. Потому что я его учу. И никто с самого начала не говорит идеально. Поэтому сейчас я делаю вид, что я забыла английский для себя, себя в этом убеждаю, и говорю только по-фински с людьми. Если это, конечно, не какая-то ситуация emergency, то я стараюсь использовать финский максимально, столько, сколько могу. Привет! Я все лето думала о том, что хочу пойти на озеро, у нас недалеко от дома есть озеро, лежать на траве, читать книгу днем. И лето уже почти кончается, я ни разу не ходила сюда одна с книжкой, просто чтобы на воздухе посидеть и почитать книгу. И вот сегодня, 12 августа, я дошла до пляжа. У нас не так уж и жарко. На пляже, на самом, на лужайке нет людей, но некоторые люди купаются, ну, в основном дети. Я читаю вот эту книгу Паулу Коэльо, Like the Flowing River, тут его мысли и рефлексия. В общем, да, он анализирует некоторые моменты очень... Любопытно, я ее купила в секонд-хенде за 1,5 евро. Я купила две книги, вот эту и детектив. Тут такие небольшие рассказы на пару страниц, так что я решила начать с нее. Читаю книгу, жду Сашу, он придет с работы этой дорогой, так что он меня захватит, и мы пойдем домой. И на выходных мы едем в Лаперанту в гости. Надеюсь, что я буду что-то снимать в Лаперанте. Люблю этот город, часто была там, когда Саша там учился, и когда моя подруга там училась. В общем, да, много хорошего связано с этим городом. Не видно. Ground control to Major Tom. Привет, мы уже вернулись в Тампере, и сегодня мы идем плавать, идем в бассейн. Я еще ни разу не была в местном бассейне финском, так что да, посмотрим, как там все обстоит. Я раньше ходила в бассейн в том районе, в котором я жила, и даже один раз я ходила на занятия с тренером, это очень здорово, и если будет такая возможность, я бы, наверное, здесь тоже взяла занятия с тренером, потому что я умею плавать, но я не умею правильно функционально плавать, чтобы там, не знаю, чтобы работали те группы мышц, которые должны работать. Еще после того, как мы пойдем в бассейн, мы планируем зайти в Призму, это продовольственный магазин, в Петербурге тоже есть Призма, в общем, для меня это каждый раз победа, когда мы не приносим нового пластика домой. Сейчас покажу, что беру с собой в магазин, чтобы не принести домой нового пластика, там, где это возможно. Итак, что мы берем в магазин? Пакет, раз. Пакет, два. Обычно это такие большие пакеты, они продаются в Призме, и их обычно берет Саша. Два тканевых шопера,
в них буду складывать продукты я, или я их положу в пластиковые пакеты, которые у нас уже есть. Это старые пластиковые пакеты, которые оказались в нашем доме, и мы их используем максимально, максимально долго. И в них удобнее носить, например, ягоды и суши, потому что вот в этих пакетах они помнутся, эти более широкие позволяют положить упаковку так, как нужно ее положить, чтобы она не смялась и еда внутри не пострадала. И маленькие пакетики, их я буду использовать для грязных овощей, например, для моркови. Целый пакет многоразовых пакетов, у нас их три вида. Два вида я купила в Санкт-Петербурге, один отсюда, из местных магазинов. Если будет интересно, потом расскажу, в чем отличие и какие пакеты мне нравятся больше всего. Наша корзина, все, что мы можем взять в многоразовые пакетики, то мы берем многоразовые пакетики. И эта клубника, она продается только в пластиковых упаковках, так же, как и салат. Кстати, нет, все нормально. Привет! Сегодня наконец-таки купим стол обеденный домой. Мы пошли в выходные за ним, но, к сожалению, его не было на складе, так что мы остались без улова. Мои кеды, мои конверсы доживают свое последнее лето, потому что они по всем фронтам порваны, точнее, их подошва порвана. И да, так они выглядят уже. Так что я их сейчас ношу, чтобы не тревожить мои кожаные кеды. Интересный факт, что здесь ланч, например, с 10:30 до 14:00, хотя обычно у нас в Санкт-Петербурге, во всяком случае, там ланчи начинались с часов с 12 и до 3-4, потому что здесь финны начинают работать намного раньше. Рабочий день может начинаться, например, с 7 часов утра или с 8 часов утра, и люди уже там в 4-5 часов свободны и могут заниматься своими делами. Мы купили стол и два табурета. Один здесь, второй здесь, еще форму для запекания. Сегодня 24 августа, и я сделала прививку от коронавируса, первую дозу. Вот сюда. Привет! Сейчас еду в город по делам, и я хочу купить Саше подарок, хотя бы часть его, поэтому зайду в торговый центр, и после мы встречаемся с девочками, пойдем на вафельки, а после встретимся с Сашей и пойдем в бассейн. И мне наконец-таки отправили мои вещи, надеюсь, что они придут в целости и сохранности, и я смогу носить что-то еще. Я купила такой свитер здесь, в Монке, и вообще его не снимаю, потому что он такой яркий. А я брала с собой в основном такие базовые вещи, которые будут совсем сочетаться, чтобы я могла их носить не только там какой-то одной вещи, но такие мультиносибельные, в общем-то. Да, так что сейчас я его ношу и радуюсь. Вот, и да, потом пойдем в бассейн, конечно же, я взяла все вещи, чтобы засунуть макияж, но не хотелось это сегодня без макияжа, потому что такое настроение игривое, и я всю неделю сидела дома. Хотя сегодня только среда. Ну да, вот эти два дня я сидела дома, так что у меня очень много желания поехать в город, очень много сил поехать в город. И у нас погода такая пасмурная, прохладная, и обычно в такую погоду у меня больше сил, чем, например, в жару или в теплое время, в теплую погоду. Хотя я очень люблю теплую погоду, я вообще теплолюбивый человек. И да, я сделала прививку. Первый компонент, и я собираюсь в Россию поехать, если у меня есть какая-то возможность предотвратить, обезопасить себя, то я это сделаю. И тут я тоже веду активную социальную жизнь, я и там в кафе хожу, например, и в бассейн хожу, и на скалодром хожу. В общем, да, если я могу обезопасить себя и обезопасить остальных, то почему бы и нет? Только
только что вышла из секонд-хенда, точнее, это винтажный магазин, который называется УФ. И я сейчас покажу, какие вещи я мерила. Попробуйте угадать, что я купила, потому что без покупок я не ушла. Раз, два, три. Я снова задумалась о пирсинге носа, и мне кажется, что скоро таки я его сделаю. Осталось выбрать ноздрё. Это левое, это правое. В какой вам больше нравится? Правой? Левой? В левой или в правой? Привет! Сейчас я бегу на остановку, потому что собираюсь в город и чуть-чуть опаздываю на автобус. Вчера я провела 5 часов в полиции. 5 часов! Почему я была в полиции? Потому что мне нужно было сделать карточку. И если записываться онлайн, то я могла бы выбрать конкретное время, прийти к этому времени и не сидеть, не ждать в очереди. Итак, ближайшая запись была 27 октября, то есть это больше, чем 2 месяца с момента заполнения мною заявления и выбора даты на сайте. И чтобы не ждать 2 месяца, я пошла в живую очередь, и мне сказали, что это займет около 2 часов, но это заняло 5 часов. И пока я там ждала, у меня ужасно разболелась голова, и она болела у меня все то время, что я сидела в этой очереди. И после очень сильно болела, и когда я уже поехала на автобусе домой, у меня голова настолько болела, что меня тошнило. Хочу зайти в магазин, купить часть подарка Саше. Иду в один магазин, посмотрю украшения для дома на день рождения. Я не хочу никаких шариков, потому что это очень плохо для экологии. Но я посмотрю, может быть, флажки какие-то. Мне нравится, когда флажки по комнате, по кухне растянуты. Тем более, если это день рождения. Так что вот. И еще Саша любит портвейн. Так что я хочу найти бутылочку хорошего портвейна сегодня. Купила очень милое украшение для дома. Купила гирлянду, как хотела, и такие кружки. В общем, покажу потом, когда украшу нашу квартиру. Сегодня последний день перед холодами, перед плюс 13. И сегодня еще по совместительству последний день лета. Привет! Через 3 минутки мне выходить. Сегодня решила поехать в эстонский/равно-русский магазин, где продаются русские товары в том числе. И мне нужно купить вареную сгущенку, потому что я, точнее, не мама подсказала, что можно сделать. Муравейник к Саше на день рождения, так что все. Мне 3 минуты до выхода, побежала я собираться быстро. Очень, конечно, по расписанию пришла. Вот эта вот ситуация с листьями, с желтыми деревьями. Она с начала августа. Интересно, как супер маленькие действия могут поднять настроение. Я просто не могу перестать улыбаться. Сейчас ехала в автобусе, и водитель включил музыку по приборной панели, похлопывал, в общем, в такт этой музыке, как будто барабанчик. Все, кто выходил из автобуса, благодарили его за поездку, в общем. Ох, да. Такая мелочь вроде бы, но очень приятная поездка оказалась. Будто бы я сейчас в сериале «Очень странные дела». Вот там прошла, не сняла, небольшие домики были, как в Операнте есть, может быть, если бывали там, то
представляете, такие маленькие-маленькие домики. И здесь такая вышка. И вот он, где-то здесь должен быть эстонский магазин, в который я и держу путь. Смотрите, есть майонез. С тех пор, как у меня появилась эта сумка, все делают комплименты моей сеточке. Когда я покупала свитер, например, мне сказала девушка: «О, какая классная у вас сумка!» И сейчас в русском магазине женщина говорит: «О, какая у вас сеточка!» Прямо как в советские времена. Вот моя сеточка с моим уловом. Покажу дома, что взяла. И вот те домики, которые мне напомнили Stranger Things. Очень яркий дом тут рядом. Очень яркий. Но и чуть подальше дом прямо такого цвета целиком. Вот тот яркий дом, про который говорила. Когда я проезжала мимо него на автобусе, рядом шла бабуля в такой же куртке. Вот мой лов из эстонского магазина. Греча, по-моему, такая в Питере продается. Молоко сгущенное непонятной компании. Я его взяла, потому что мне нужна вареная сгущенка, а варить на нашей кухне я не хочу сгущенку, потому что я знаю, что они иногда взрываются. Творог. 1000 лет не ела сырники, так что попробую из него сделать. И 3 мороженых. И мармелад. Вот такой у них в Питере продается, Саша его любит, так что я для него купила это. Сейчас подошла к общим контейнерам. Вот так они выглядят. То есть есть контейнеры, которые придомовые, есть контейнеры на такой общей площадке. Вот. У нас около дома на придомовой площадке нет контейнеров для пластика. И что я делала раньше, я проходила 5 минут буквально и выкидывала пластик в контейнер, который находится у соседних домов. То есть, ну, у соседей, грубо говоря, которые чуть подальше нас. Но на днях я прочитала информацию, что нельзя выкидывать мусор в чужие баки, потому что за вывоз мусора платит дом. И если баки принадлежат какому-то дому, то получается за вывоз моего мусора платят другие люди. И чтобы такого не было, если нет баков около дома, например, с пластиком, как у нас, то их нужно выносить в общие баки. Вчера делала муравейник для Саши, и угадайте что? Это мозоль от того, что я ломала печенье. Это очень смешно. Я просто человек, у которого мозоли появляются в самых неожиданных местах. Надеюсь, что муравейник вкусный, потому что он еще стоит, и он должен пропитаться минимум 12 часов, так сказано, в рецепте. И у нас новая лампа. Да, и это мой календарь, который еще август, надо перевернуть его, ведь сегодня 3 сентября, Саша, день рождения. Да. Сашунька родился. Видео с именинником. Тун. Тун. Внутри, я понял, блядь.